Всем привет, с вами Мария Арифова и вы на моем канале. У меня для вас подоспел отличный рецепт маринованных рулетиков из кабачков. Только посмотрите, какая красота получается! Для этого мне понадобится кабачок, морковь, чеснок, укроп и петрушка, перец душистый и специи. Кабачок с помощью специальной терки необходимо нарезать на тонкие линии. Морковку измельчаю на терке для моркови по-корейски. Формирую банку. На дно выкладываю петрушку, чеснок и укроп. Далее морковку. Затем сворачиваю кабачок, как показано в видео, и укладываю его в банку. Посмотрите, как кабачок шикарно смотрится. Рассол. На пол-литра воды добавляю 1 столовую ложку сахара и 1 столовую ложку соли без горки. Душистый перец 5 горошин. Рассол отправляется закипать. Тем временем банки с кабачками подготавливаю под стерилизацию. Заливаю банки кипящим рассолом, отправляю стерилизоваться на 30 минут после закипания воды. Перед закрытием крышки в каждую банку добавляю по 1 столовой ложке уксуса. Далее банки укутываю до полного остывания. Спасибо за просмотр. Буду благодарна любой оценке и любым замечаниям. До новых встреч. Пока-пока.